Пожелайте мне удачи. 360. Вверх ногами. Весело? Да. Ты бесстрашный. Да. Вы на канале «Лучше звоните Васе». И сегодня ни слова о недвижимости. Я с детьми, и мы круто проведем время. Это лучший парк аттракционов России. И те, кто сегодня пройдет все испытания, получат ведро мороженого. Мы испытаем новую водную горку. Пойдем с высоты птичьего полета. Повесим вниз головой на ужасном маятнике. Первое испытание, пап. Может быть, что-нибудь попроще начнем? Пап, ты что, испытался? Конечно, ты же не едешь. Резилка. Я вот смотрю, как они идут, люди кричат. Мне кажется, они как будто притворяются, они тихо это все делают. Я буду куда громче. Сердце звучит быстро и громко. У меня нет слов, если честно. Они исчезли. Сейчас посмотрим, какие слова будут, когда мы полетим. Мне не страшно. Нормально, я типа такой, ну, я же смелый, я же отец. Но я понял, что я так себе отец. Страшно очень. Мне, в общем, дали на шатырь. Надо обязательно мне. А то мне говорят, что я побледнел аж. Ну, реально трясет жестко. Я посидел спокойно. Хочу теперь увидеть отца на фиолетовой горке, как он там будет. Какой добрый сын. Отец себя приходит. На сюда, он такой добряшка. Сочи парк находится по адресу Олимпийский проспект 21/2. Добраться до сюда вы можете на ласточке, то есть электричке, станции Меретинские курорты и, соответственно, также на автобусе, на автомобиле, на такси, то есть любой транспорт до сюда идет. Поможете? Поможете? Тогда ловите море лайков! Ура! Чтобы вы понимали, это был не самый крутой аттракцион. Вот сейчас будет реальная распаковка. Мы сейчас взлетим до самых облаков. Вот это она большая. Испытаем новую водную горку и многое другое. По итогам конкурса мы были на маятнике с Андреем, сыном. Василиса отказалась. Я ее, конечно, понимаю.
Вот, но я думаю, следующие аттракционы она согласится. Но сначала папе нужен перерыв. Чтобы сделать шаг вперед, нужно сначала отдохнуть. Из 40 колец одно попадание. Билеты можно купить на кассе, но удобнее на сайте, потому что не нужно будет стоять в очереди. Также ссылку на покупку я заботливо прикрепляю в описании. И если вы едете на «Ласточке», то билет можно приобрести прямо в поезде. И бонусом будет бесплатный трансфер от станции до парка. Недавно был в Чечне, в Грозном. Был на полигоне, из пулемета стрелял. У меня после маятника вообще страхи исчезли. Мне кажется, я сейчас налегке жар-пиццу перенесу. Я уже не катался раз, всего лишь лет 7 назад. Там очень крутые виды. Я закричал. И не просто закричал, а говорил те самые бранные слова. Но я могу так сказать, что я, в принципе, готов уже лететь в космос. Ну, Андрюхе вообще пофигу. Ну. Я сидел, виды смотрел, было очень классно. Если вы думали, что это страшно, то поверьте, вы еще не катались на морской царевне. Чтобы вы понимали, это 12-метровые подъемы и спуски через водные стены. Пап, я плохо плаваю. Так я тоже. А я вчера смотрел пункт назначения, теперь как-то страшновато. Кстати, после этого аттракциона вы будете абсолютно все мокрые. Но здесь есть большой плюс. Здесь есть сушилка. Водный аттракцион, конечно, нас освежил. И вообще, кстати, Василиса боится экстремальных аттракционов. И мы в итоге сейчас идем на те вагонетки, покатаемся. Правильно? Наконец-то? Давай, побежали, кто быстрее. Давай. Подписывайтесь, не забывайте. Василиса говорит, дар речи потеряла. Вот там вот этот спуск или не этот? А, вон тот, вот этот. Я дар речи потеряла и не могла кричать. У нее лицо такое было. Нормально. Сейчас будет
что вот мы показывали вам до этого, это вообще семечки. Вот сейчас мы пойдем на такую жесткую, мощную горку, если можно ее так назвать, она вот она. Я думаю, те, кто на ней катался, знают, что это самая мощная здесь. Вот как раз мы подошли к этому аттракциону, он называется «Квантовый скачок». Я на самом деле хочу вас поблагодарить, мои дорогие подписчики, мои дорогие клиенты, что вы меня по факту, в хорошем смысле, спровоцировали, чтобы я прокатился на этом аттракционе. Я честно боюсь. Я себе говорю, что я никогда в жизни этого не сделаю. Но благодаря моему YouTube-каналу, благодаря тому, что вы смотрите и иногда просите, чтобы я отснял Сочи парк, я на это решился. Вот так вот у меня рука трясется после квантового этого скачка. Если честно, все так быстро произошло, что я нифига не понял. Я просто влево-вправо, вперед-назад, просто так штормило мощно. Страшновато, я так скажу. Но есть одно но. Я думаю, как-то подольше будет. Очень быстро все это произошло. Мы сейчас, кстати, идем на самый последний аттракцион. Это Змей Горыныч. На который я не пойду. И, соответственно, подведем итоги. Кто победит мороженое? А? Кто старше или кто младше? Или точнее, кто младше, или кто на самом деле все аттракционы прошел? Пойдем вместе на Змей Горыныч? Да нет. Ну, пожалуйста. Да нет. Ну, давай. Нет. Какие я бы эмоции не говорил до этого, короче, первое место по экстриму, по реально какому-то, я бы сказал, кайфу даже, я даю Змею Горынычу, вот этому аттракциону, который за моей спиной, просто огонь, особенно когда там в какой-то штопор мы входили, да, очень ну, круто. Слишком резко, как-то не очень удобно. Как-то нормально, прям не перекидывает. Знаю. Мне очень понравилось, квантовый скачок. Экстремально, но там, блин, настолько ты не понимаешь, что происходит, ты просто как сосиска болтаешься. А здесь ты прям все видишь, как будто реально каким-то МиГ-17 управляешь, так скажем. Здесь очень много аттракционов, на которых мы не были. Здесь даже есть дельфинарий. В общем, я прикрепляю ссылку под этим видео, переходите, там очень все подробно расписано. Но еще хочу я дополнить то, что от вас должна быть подписка, колокольчик, лайк и, конечно, комментарий. Делитесь своими эмоциями, кто здесь был. А мы идем что? Кушать мороженое? Да. Я же говорила, что Сочи парк – это самое лучшее место во Вселенной. Ну что, мы купили мороженое, не ведерко, конечно, но все равно будет вкусно. Я хочу сказать, что главное не победа, а участие. Давайте, чин-чин, дети. Вы молодцы, особенно я. Потому что я справился с таким страхом, что это, ну, блин, для меня это большое достижение. Следующее, это будет, скорее всего, скайпарк. 207 метров свободного падения.